Улыбчивый Дагестан, обаятельный Липецк, солнечный Саратов. Команда в желтых майках. Девушки построились для начала торжественной церемонии и парада участников фестиваля. Гостей курорта и участников спортивных состязаний приветствовали заместитель главы Анапы Сергей Козлов и начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко с приглашением познакомиться с городом поближе. Мы сегодня рады вас приветствовать в нашем замечательном городе-курорте Анапа, самом солнечном, самом красивом городе, городе воинской славы. И я хотел бы одно сказать, что вы сегодня получите удовольствие не только от соревнований, но от того, что еще город живет полноценной курортной жизнью. Можно будет и отдохнуть, и искупаться, и ознакомиться с историей нашего города. Поддержала участниц фестиваля Анна Алешина, председатель Российского совета физкультурно-спортивного общества «Спартак». Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не будем проявлять активную жизненную позицию, не будем заниматься здоровьем, за нас это делать никто не будет. Очень приятно, что уже подрастает новое молодое поколение. После торжественной церемонии с поднятием флагов девушки приступили к разминке, чтобы в полной готовности показать, на что способны. Основная цель мероприятия – привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом женщин разных возрастов и профессий. В программу фестиваля включены несколько видов спорта – волейбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и комбинированная эстафета. Кроме этого, каждая участница испытает свои силы в конкурсных номинациях «Мисс Красота», «Мисс Грация» и «Мисс Идеал».